Братики, аплодистанции, реакция вам. А вы уже завозите лайк нам. А, друзья, сегодня мы будем смотреть World of Tanks приколы, 55-й выпуск. Баги, приколы, смешные моменты. Это все от Джуса, поэтому, ну, вы знаете, по нашей традиции сразу завозим лайк, ибо паренек делает годнейший контент. Один из топовых, так сказать, да, контент-мейкеров в плане качества. Молодец, реально старается, очень уровень поднял. Друзья, берите себе покушать, заваривайте чаёку. Погнали, глянем эту красоту. Да. Кто-то я на хилтанке поедет. Давно так не ездил. О, дед решил зайти в стального охотника. Ну давай. Давай. Есть пробитие. Блин, я уже скучаю за этим. Я превратился в наркомана, осуждаю этого режима, честно. Вот мне, вот сколько не играть, все мало. Ку-ку, ёпта! Валера! Настал время! Ты чё? Тебя сожрёт, бля! Валерчик, бля, на ООО! Нахуй обратно, блядь! Валера просто в мясо разваливает в солярку! А он не заберёт никак! Да как я ёбнуть, бля! А, блин, он нереально по его развалил солярку, просто ему времени, наверное, не хватит, да? Как же он мансит? Вы понимаете, что этот бот умнее примерно, ну, миллиард раз, чем твои союзники, братан? Просто, если бы вот время позволяло, он бы его раскатал. Но неплохо, неплохо Валерчик раздал. Готов давать! Бан! Ух, ни хрена, один прогиб, и ты добил! Неплохо. Он сейчас перевернется, но время, да? Лежать плюс сосать! Не, ну он его жестко на лагерды взял, так сказать. О, ля-ля-ля-ля-ля. Подсосём немножечко. Нет, ты первый давай. А чё я-то? Валера, настало твое время. Ляпотёк, ну крыса, ну щёрт. Ну давай, иди сюда. Ого, чё ты? Да я ничего, а ты чё? Да я тоже ничего. Слышь. Ай, нямка, да? Ай, нямочка какая, ай, какая нямочка. Блин, я опять хочу этот режим поиграть. Ну что вы сделали, а? Что вы сделали, мистер Джус? Я опять хочу в этот режим поиграть, ребят. Идеальный план. Надежный, как швейцарские часы. Его просто чуть-чуть подвигивай. А, я понял. Сейчас опять. Тунь. Бедолага, чисто не валяшка, слышишь? Ну, стоять! Сейчас еще и уйдет, да? Или опять перевернется? Да, какой же этот режим реально кайфовый. Меня обездвижили. Попал на бедолагу. Внимание, режим на радаре. Давай по коням, бля! Беги, сука, беги. Отличный аппарат. А, блядь! Яблочко. Бля, ёб твою мать. Да он не переживет фугас, да? Еще живой до сих пор, дядя, как ты это делаешь? Бля, ёб твою мать, что за ужас тут творится. Не, эти яички, лично я их когда скидываю, это всегда такая, такое тупилово невменяемое. Ставь лайк себе также. Вот с Валерчиком плюс-минус все нормально, а вот с этим яичком он постоянно закидывает такие. А он такую херню начинает делать. У меня один раз вот это яйцо чуть не перевернуло, а вернее даже перевернуло. Прикинь? Нихрена, а че он такой дикий? Че он загрелся так? Ёб твою мать, совсем тюку-ку-ку. Ребята, ловите бомбу!
надо убивать и забирать лут. И сейчас самки вдвоем мины ставят и все, ебан. Ну что, вот твой звездный час. Хорош, а средний противник. Для крыса, да? Да, ну сейчас вообще не камерпост с пулеметиком. Сто хп осталось, и он сейчас все свои хилки подрубает и габелла тебе, понял? Мразь. Мразь французская. Все, 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 смотри, смотри, пошло, пошло восстановление. Не, не успел, у него, видать, нет ульты, да? И ремочка через 3 секунды. Блин, я не знаю, вообще на пушке, вот этой на пулеметике, Анакин утратил свою актуальность. Прикольно на фугасах, очень прикольно на двустволке. Ёб твою мать, ты куда? А ты куда, родной? Ёб твою мать, как его там швыряет по углам. И прикинь, зона бы на нем сходилась, да? Прошу, помогите мне! Блин, как бы я хотел, чтобы подобное произошло, когда, знаешь, какой-нибудь турнир блогеров, там, ты уже 9 топов подряд делаешь, и тут такая херня случается, и ты такой... Помогите мне! Слушай, ну до топ-5 дотерпел. Прошу! Блин, ну вот реально, зачем вы с пулеметами катаете, ребята? Все, честно. Ты прикинь, сколько тебе с этих пулеметчиков надо убивать какого-нибудь немца или совета. Это просто нереально. А у него ничего нет. А у него ничего нет. Одна аптечка. Нормировано, нормировано. Чисто по ГОСТу. Туда чуть-чуть, там чуть отсыпал, там чуть отсыпал. Надо ехать добивать того. Я буду добивать его. Давай, 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 быстрее, 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 быстрее. Блин, он не успеет, он все, он не успел. Офигеть, на последней секунде. Неплохо, неплохо. О, Валерчик, десантировался. Запасайся водой, зара начнется. Давай, Валерчик, разминай этого. Эту шелковицу, блин. В два ствола. А, этот на орудии, которое... А Валерчик не даст забрать. Этот на орудии... Как он... С барабана, да? А в этого Валерчика еще поди попади. А иногда он вообще танкует. Как же он его нормально размял. А что у него за пушка вообще? Он в топовом состоянии, он взял цикличную пушку? Да. Палата. Как вы думаете, выиграть или нет? Но ему надо забирать аирдроп. Ой, не аирдроп, а станка лут. Успеть, не успеет. Блин, если честно, я бы вот еще поиграл в стальной охотник. Блин, есть еще те, кому вот стальной охотник, насколько как мне вот прям подзашел, так сказать, в моменте. Мне правда очень сильно понравился этот режим. Я опять хочу в него поиграть. Когда он там опять будет в следующий раз? Джуз, как обычно, заслужил лайкус, поэтому, ребятки, большие пальцы вверх прожимайте, и все будет good. Надеюсь, вам понравилось. Немножечко, так сказать, настроение вам в ленту, поэтому проявляйте свою активность, не стесняясь. Bye-bye.